Спасибо, дядя. С сегодняшнего дня департаментом транспорта и руководителями автотранспортных предприятий обеспечена дополнительная подача транспорта в крупные пассажирообразующие точки. С сегодняшнего дня подается дополнительный транспорт в районе Лузановки. И, кроме того, будет подаваться дополнительный транспорт в районе Днепропетровской дороги, улицы Заболотного. Кроме того, на трамвайном маршруте функционирует трамвай «Одиссей Макс», что также положительно влияет на возможность вывоза пассажиров. Ну и такую работу, конечно, будем вести в дальнейшем.